Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Мы выезжаем на морскую рыбалку. Вот она, красная лодка. Дальше вы все сами увидите. Мы сейчас находимся в поселок Рыбзавод. А вон там, в той стороне, это санаторий еще был построен при Советском Союзе. Это уже вот там вот Пицунд находится. Здесь поселок Рыбзавод. Тут тоже так же снимают. Курорт, также здесь пляж. Также люди сдают комнаты, гостиницы, все то же самое. Кафешки. Это наживка будет. И пол воды везде идет. По кончику смотри, если она поймалась, я дублировать буду. Вон она на дне, на 4 метра. На дно сбросил, закрыл скобу. Филе. Почему оно катушки хорошее? У меня все хорошее. Я стараюсь на уровне держать рыбалку. Потому что люди приходят продвинутые. Даже если это хиперлуп серия, самая дешевая шимана, но на шимана. Если я был, шимана нет вообще ничего дешевого. Видел, было бы вип-рыбалка, у меня бы шимана были бы, может, подороже. Катушки 8000, так они. Они сейчас даже так показываю, как насыпляется. Правильно, смотрите. Правильно проколоть курку вот так два раза. Раз, повернул. Это образно говоря. Два. Жало торчит. Два раза. Два раза. Желательно. Раз, повернул. Второй раз. Грузило стоит на дне. То бишь слабина, вот видишь? А вот я хорошо чувствую. Вот, на вот, самом дне, вот, да, да, да. И балансировать так, чтобы грузило не дергалось, как бы там в толще. Дай, дай, поплевайте, когда вот так потащит вниз, легонечко, смотрите. Будет плевать, вот смотри, клюет, видишь, вот эти. Ну вот, дергает. Дергает. А куда старую наживку девать? Ух ты! Это есть? Ух ты! Спокойно. Два вида. О, еще мраморные овцы на грудке. Редкие. Сразу вот. Красиво, блядь, берегу, блядь, видишь? Что он это? Какой? Высоко задирает. Оставляй там где-то метра полтора. Смотри, подтянула и удочку вот так.
ремесло дело, да? Угу. Наконец-то. Наконец рыба. Тут вообще хороший, смотри. Стоп. Тоже вот, да? Вот Ваня все один. А? Хороший. Это что, что? Давай ты не сопротивляйся. Попался. Зацеп. Тут скала. И зацеп. Я же говорил изначально, тут будет зацеп. Бывают большие тут клюют, реально. Большие. И заводят в дыры. Они с дыр клюют, во-первых. Большое было, да? О, клюет. Сейчас да. Вот выведет сам. Так, за нижнюю челюсть. Хорошо. Что, на джип тоже здесь, да? Ну, вот этих же карасей можно. О, только опустил. Я не успел даже до дна. А ты говоришь форель? Не, это... вот он на самом деле красивый. Красивый. Это. Вот такая вот морская рыбалка, да, нормально. Такая морская рыбалка у нас получилась. К сожалению, поймали морского окуня, морского карася. К сожалению, горбыля не удалось поймать. Но я думаю, съездим еще раз. То есть такая рыбалка только в Абхазии, в Пицунде. Рыбалка с подводной скалы, со скал. Вот эта рыба очень хорошо здесь клюет. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!